Матрица — это система. Система и есть наш враг. Но когда ты в ней, оглянись, кого ты видишь? Бизнесменов, учителей, адвокатов, работяг. Обычных людей, чей разум мы и спасаем. Однако до тех пор, пока эти люди — часть системы, они все наши враги. Ты должен помнить, что большинство не готово принять реальность. А многие настолько отравлены и так безнадежно зависимы от системы, что будут драться за нее. Ты меня слушаешь, Нео? Или смотришь на девицу в красном? Ну вы? Оглянись. Стоп. Это не матрица? Нет. Учебная программа, призванная внушить одно. Если ты не один из нас, то один из них. Кто они? Автономные модули. Они инструмент саморегуляции системы и принимают любой облик. Следовательно, каждый неразбуженный нами потенциальный агент. В пределах матрицы они повсюду и нигде. Чтобы уцелеть, надо скрываться и ускользать от них. Они здешние церберы. Они у каждого входа. У них ключи от всех замков. Значит, однажды им бросят вызов. Кто бросит? Не хочу тебе лгать. Каждый из парней, кто пытался драться, погибал прямо у нас на глазах. Что не вышло у них, сделаешь ты. Почему? Я видел, как агент прошиб кулаком стену. В них выпускали всю обойму и не могли ранить. Однако их сила и ловкость тоже подчиняются общим законам их мира. Поэтому ты сильнее и превосходишь их во всем. Научите меня уклоняться от выстрела? Нет, Нео. Когда наступит время, тебе это не потребуется.